доказательство того, что я работал. Вот еще одна. Нам фотографии завтра нужны. Даже сегодня ночью, может быть. Ким, копченый лосось. Уф. Борь, спасибо большое, что пришел и поел. Мощный. Друзья, 11 марта текущего года мы с командой запустили свою доставку еды в Ташкенте. Хоп. Кимпап, я об этом говорил, но без всяких подробностей. А вот в этом видео все расскажу и покажу. Всем привет, лайк и репост по возможности. Начнем. Идея создания своего общепита на самом деле зародилась очень давно. Но все как-то не получалось, мы сами не решались. В первую очередь, конечно, причиной тому было финансирование, потому что мы не хотели привлекать сторонние инвестиции, а своих финансов, собственно, не хватало. Планировали заведение с посадочными местами, но пока остановились на доставке. Верю, все впереди. А начиналось все с ремонта. Своими руками, по-моему, это было. Все, в деле. Чуть-чуть надо поработать, а то не поверят, что я красился. Ну что ж, прошло 3 или 4 часа, изменения есть, но я понял, что каждый должен заниматься своим делом. Доказательство того, что я работал. Вот еще одно. Здесь мы наняли рабочих, которые профессионально, буквально за пару часов, снесли нам эту стену. Уф. С ремонтом закончили. Теперь проработка и фотосет. Фотографии завтра нужны. Серьезно? Даже сегодня ночью, может быть. Слушайте, я около 6 лет проработал на профессиональной кухне, работал поваром и официантом работал. И с меню кимпаба предлагаю ознакомиться именно там. Так, ну в первую очередь заходим в наш телеграм-бот. В меню кимпаба 7 разделов. Кимпаб классический, 11 видов. Кимпаб жареный во фритюре. Кимпаб запеченный в гриль саламандре. Сочные куриные крылышки. Кимари. Маленькие рулетики со стеклянной лапшой внутри, закусочки и напитки. Ну, давайте выберем копченый лосось, ананасовый чили. Погнали. Меню обязательно будет пополняться, и, возможно, когда вы уже смотрите это видео, кукси у нас уже есть. Ким, копченый лосось. Начнем. Нам понадобится 1 лист нори, 150 грамм риса, полоска сливочного сыра, икра массага, лосось, дайкон маринованный, свежие огурцы, морковь и лист салата. Все, закручиваем, смачиваем. Вуаля. 30 секунд и все готово. Не буду нарезать, этот же рулет мы можем пожарить во фритюре. Чем сейчас и займемся.
Окунаем в темпурную муку. Яйцо. И панировочные сухари. Красотка. Приятного аппетита. Упаковка. Вопрос с упаковкой у нас стоял чуть ли не на одном уровне с вопросом о качестве самого продукта. Мы пересмотрели множество разных вариаций и все-таки остановились на том варианте, который не самый дешевый, но тот, который нас удовлетворял. Опытные рестораторы нам твердили, что лучше использовать самую дешевую посуду и как итог дать конечную цену для потребителя ниже, нежели сейчас вы берете посуду качественную. Да, она качественная, но она дорогая. Но пусть говорят. Мы выбрали ту посуду и остановились на том варианте, который нравится нам. Верю, что вам также она понравится. В 2 часа я должен был быть здесь. В 2 часа я голодный. Сильно голодный? Я не завтракал еще. А уже время 2:30, друзья. Ты вообще часто пользуешься доставкой? Ну, достаточно, да. Просто я не люблю за нее платить обычно. Я люблю, когда бесплатно доставка. Как сегодня. Как сегодня. Ну что, дорогие друзья, сегодня у нас распаковка. Именно так? Что-то очень интересное. Дальше. О, кукси, да? Сам убираться будешь потом. Хорошо. Это что у нас? Опа. Почему? Опа-на! О, вкусно пахнет! Эти штуки называются кимари. Там внутри стеклянная лапша. О, симпатяга! Фуксишечка. Что это? Ингредиенты. Это без кляра, да? Курицу тоже надо правильно уметь есть. Сначала снизу. А, ножку освободить? Да, ножку надо освободить. Ништяк. Ой, вкусно, вот. Базис для кукси места не хватит. Нельзя ничего оставлять. Чисто. Уф. Вай-вой. Ага. Кукси нельзя много мешать, знаешь, да? А ты больше море любишь сладкий? Я люблю менее сладкое море. У некоторых, конечно, именно сладкое любят. Но я не люблю сладкое. Не прогадал. Я сфокусировался. Курица классная. Я подумал, что она в кляре на самом деле. Все, можете покушать со мной. Борь, спасибо большое, что пришел и поел.
Пожалуйста, я любое время за такой кипиш. Мощный. Люди, спасибо большое вам за просмотр. Все ссылки будут в описании. Берегите себя и до новых встреч. С вами был Голодный Ким из Кимпаба.